Добрый день, друзья! На канале UDZNOVA, где начинается Dead by Daylight. Сегодня мы тестируем одну из DLC-шных пакетов All Kill из игры Dead by Daylight. Сегодня мы покатаем за выживших и затем уже за киллера. Чего? Я не успел даже сыграть, они мне целостность игры предлагают. Лечебный зал, мемориальный институт Лэри. Ого! Чувствую, денег будет полно. Блин, а где генераторы? Бежим! Ты что творишь? Секунду. Восстанови свои силы! Меня преследуют уже, зараза! Ох ты мой! Да ты сдурел, что ли, меня бить? Совсем. Скотобаза, а не маньяк. Кто там чуть не убежал? Ага! Вот оно что! Быстрее, я утекаю кровью! Что ж ты бежишь-то между двух огней? Вот где я нахожусь. Что я творил? Что ты творишь? Давай беги. Беги ко мне. Беги ко мне, быстро. Куда ты? Нет, все правильно, все правильно, все правильно, все правильно. Вот где я оказался. Да не тормози ты. Да какого черта? Добегай, добегай, добегай. Меня еще понесут, это пипец! Наша команда просто... Ты жопа какая-то! Жопа какая-то! Первый блин комом! Что называется? Место упокоения Азарова. Свалка Автохевен. Ну ладно. Чем больше, тем лучше. Так. Я что-то не вижу. Почему? Ты что творишь? Или повезет? Попытался, знаешь, вырваться. Помогите! Красава, бежим, 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 бежим. Пробегаем вот сюда. Пробегаем в рыбле. Нет, ты издеваешься, что ли? Он стоит, блин, и ждет, пока я заведу. Стоит, зараза, и ждет. Чёрт, это вели. Эх! Меня просто команда бросила. Я пытался завести денег, а он внимание взял их. Извините, замат, конечно, я принесу жертву. Отделение для буйных. Психлечебница Кротус Прэн. Ничего себе. Вот тут посветлее я вижу карту. Погнали. Заводим, заводим, заводим. А как мне вот это нажимать? Вы что творите? Эх!
Чё ты крутишься-то? Давай быстрее. Ой, идет на нас. На нас идет. На нас идет. На нас идет. На нас идет какой-то неадекватный чувак. Фамилии Атак. Как я подумал, как вылечу. Где еще геники? Где, мать его, за ногу геники? Вот они. Вот я смелый, а? Отлично. Не пугаем ворон, не пугаем. Находить еще люди такими темпами. Я правда не вижу, где ворота. Где врата наши? Где наши врата? А, вот врата вижу. Я буду стоять и регулировать движение. Значит. Покарка себе. Незаметно, чтобы убегаем. Еще один день. Бог ты мой. Один только я завожу деньги. Реакция, ничего не попал. Неужели отличная реакция? Не сдаемся. Неужели? Завели первый. Максимум внимания. Максимум внимания. Побежали. Нет, туда не побежим. Не побежим так быстро. Охренеть. И все лежат. Ныкнули кого-то. Кого-то, мать его, за ногу ныкнули. Где еще денег было? Где-то был денег. Где-то мы его видели. Вот он. Он до сих пор не починил. Есть. Ну ты чё? Да восстанови ты силы быстрее! Помоги! Что ж ты за сволочь такая? Кто-нибудь, помогите скорее! Избегай тут же, зараза! Ну помогите кто-нибудь. Я что, буду один тут справляться с денегами? Один тут, дай бог, тут справляться. Как пёс последний. За
Сопротивляйся, кому говорю, быстрее! Давай, сопротивляйся! Неужели ты никто не может помочь мне? Давай, заходи! Я уже внизу! В нашем случае внизу! Чтоб тебе! Какой-то кошмар нереально! В логове зверя! Пиздец! Сова, конечно, все! Объект одержимости мертв, принесен в жертву. Я только заводил один из четырех уже оставшихся геников. Это было ужасно. Стонущий склад, поместье Макмиллан. Вот Дима оказался. Так, заводим геники. Бэр, заводим геники. Хоп! Бежит! Надо бежать быстрее! Тихо. Эти стаги можно прокинуть. Места! Как ты меня заколебала, собака жирная! Завести. О, вот это я смелый! Если... Как не спрятаться за... Эл! Вот это с ноги просто! Блин, с ноги. Стоит и ждет. Ман стоит и ждет, пока я... Его... Пока меня повесит. Просто стоит и ждет. Второй завели. Давай, помогай! Посильнее! Давайте даем вылечить. It was at this moment that he knew he fucked up. Ну что ты делаешь-то? Наконец-то, бежим. Ну неужели остался один? Один завели. Помогаю. Неужели бежим? Скорее пробегай. Не убежишь, сволочь. Какой же я смелый. Ха-ха! Сейчас ты не убежишь. Где врата еще? Где еще ворота тогда? Извините, господа. За мат, просто я не могу уже. Я весь на нервах. Две минуты. Пора. Уходим отсюда, уходим! Surprise, motherfucker! Yes! Мы вышли! Вот она вам! Стабильность! Дорогие друзья, вы стали свидетелями интереснейшей игры Dead by Daylight, в которой мы с какой-то, мать его, попытки взяли жесткий выживач и победили этого монстра. Ну что, друзья мои,
До новых встреч. Пока и встретимся на следующем стриме на Вазде.